у меня день рождения. Нужно загадать желание. Детям вредно есть сладкое. Привет, я на день рождения к дочери. Ура, папа пришел. Он съел весь мой торт. Не расстраивайся, я куплю тебе другой. Открывай подарок. Привет. Спасибо, папа. Давай запечатлим этот момент. Я ненавижу кошек. Бумажка приятно шуршит. Никаких кошек в моем доме. Это подарок папы. Кошки все пачкают, царапают, ты их шерсть повсюду. Обещаю, я буду вести себя хорошо. Никаких кошек. Папа, помоги. Может, кошка останется ненадолго? Окей, но ненадолго. Ты лучший папа на свете. Ну что, чем займемся? Я бы поспала прямо здесь. Лучше папа купит тебе домик. Я все деньги отдал отчиму. Давай вместе построим домик. Из подушек. Ура! Подушечный домик! Я нашла пару штук. Я тоже. Соберем все вместе. И накроем пледом. Выглядит очень уютно. Ты испортил домик для кошечки. Ты испортил домик для кошечки. Эй, не разговаривай так с ней. Это был хороший домик. Мы сделаем новый, и он будет идеальным. Ю-ху! Новый домик! Готово! Это твой будущий домик. Мне нравится дизайн. Посмотрим. Конструкция должна быть прочной. Здорово! Сделаем домик из картона. Сначала разрежем картон. А эту деталь нужно согнуть. Теперь разукрасим. Я тебе помогу. Сверху можно будет лежать. Класс! Здесь будет окно и вход в дом. Я помогу их сделать. Внутри нужно постелить что-то мягкое. Идея! Теперь в домике будет тепло. И светло. Спасибо! Этот домик просто идеален! Где мой плед? Они его испортили. Ну, держись, кошка. Оставим след. И тут один. И здесь. Добавим много шерсти. Готово. Поймаю и эту поймаю.
как она играет. Ага. Ты выбросил наши игрушки. Уходи, ты здесь лишний. Ваша кошка линяет и оставила повсюду вот такие следы. Я этого не делала. Ей не место в моем доме. Эй, аккуратнее. Папа, помоги. Это не проблема. Мы все уберем, и кошка останется. Предлагаю превратить уборку в игру. Игру? Давай. Это пылесос? Я боюсь пылесосов. Ты готова к веселой уборке? Да. 3, 2, 1, поехали. Не получается. Вы хотите спасти кошку? Тогда ставьте лайки, чтобы выключить пылесос. Спасите! Ну же, еще немного. С кошкой все в порядке? Да, только немного грязная. Сейчас это исправим. Котики не любят воду, но их можно протереть салфетками. Поняла. Великолепно. Можно так провести весь день. Не забудь почистить ушки. Аккуратно, вот так. Избавимся от лишней шерсти. Я как будто похудела. Сейчас съем вкусняшек. Ненавижу кошек. Мои любимые вещи порваны. Точно, так и сделаю. Вот так. И здесь тоже. Теперь немного порисуем. А где все вкусняшки? Я очень хочу вкусняшек. А вы видели, какой кот? Напишите в комментариях. Отлично. Теперь ты обведи мои руки. Готово. Я тоже хочу оставить след. Конечно, давай. Убери ноги. Опять ты нам мешаешь. Погоди, что с тобой? Эта кошка своими когтями сделала. Я его не трогала. Это неправда. Он хочет выгнать кошечку. Я все улажу. Вот новая одежда. Ладно. А кошечке пострижем коготочки, и она не будет царапаться. Давай посмотрим твои лапки. Лапки как лапки. С ними все в порядке. Просто покажи лапки. И пилочкой сделаем форму. И последний штрих. Бальзам для лапок. Класс. Я теперь обожаю маникюр. Если нас не будет дома, можешь использовать когтеточку. Спасибо. Кажется, я немного проголодалась. Сейчас мы тебя накормим. За мной. Я очень хочу есть. Все, и побольше. Я тебя понял. Вы все еще не написали код. Эх, пишите скорее. Пусть будет немного вот таких вкусняшек. И немного вот этих. Пахнет вкусно. Надеюсь, им не останется. И про витамины не забудем.
и обязательно вода. Готово! Ура! Наконец-то еда! Приятного аппетита! Погоди, не торопись! Не спеши, нужно тщательно жевать. Попробуй это и вот это. Вкусно? Еще бы, но я все не съем. Ты можешь это сделать потом. Никто не будет трогать твою еду. Хорошо, тогда может поиграем? У меня есть такая или такая. Игрушки, обожаю их. Я проголодался. Ого, выглядит аппетитно. Фу, ужасный вкус. Нужно запить. У меня есть целая коробка разных игрушек. Я люблю играть. Что у тебя есть? Вот есть перышки. Неинтересно. Вот такие жучки. Тоже нет. Не страшно. Как насчет попрыгунчика? Как долго я ждал эти кроксы! Это что такое? Иди сюда, шерстяное чудовище! Отстань от моей кошки! Что она тебе сделала? Ну, например, вот это! Простите, я не нашла туалет! На улице пусть ходит, куда хочет. Пап, он опять хочет ее выгнать. Мы сделаем ей лоток. Это больше не повторится, обещаю. Повезло, что это была обувь, а не угол в твоей комнате. Что? Только не в моей комнате. Давай сделаем тебе лоток. Это подойдет? Да. Сделаем перегородку и насыпаем наполнитель. Здесь можно постелить газон, чтобы вытереть лапки. И добавим немного декора. Готово. Он будет здесь. Спасибо. А теперь можно продолжить играть? Конечно. Папа, смотри, там столик. Давай на качелях покатаемся. А что не так со столиком? Теперь понятно. Давай добавлю еще чая. Спасибо. Как вкусно. Ты такой смешной. Сейчас я украду кошку. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Нужно еще раз закинуть поближе. Привет. А что ты тут делаешь? Уйди, ты мне мешаешь. Фу, грубиян. Эй! А ну иди сюда. Что за шум? Это отчим. Это не я. Кажется, он прятался и хотел меня поймать этой коробкой. Ты опять хотел избавиться от моей кошки? Плохой отчим. Идем отсюда, пусть сам распутывается. Помогите, не оставляйте меня так. Он плохой, но нельзя его так оставлять. Ладно, поможем ему. Мне не хватает воздуха. Я отвезу его в больницу. Будь здесь, я поищу врача. Никого нет. Отлично. Пахнет сэндвичем. Врач, мне нужен врач, скорее. Несите кошку сюда. Мне нехорошо. Как это произошло? Я не знаю, меня не было дома. С ним все будет в порядке. Думаю, да. У него нет пульса. Качайте воздух. Спасите мою кошку.
сердце не бьется, нужен дефибриллятор. Окей. Упс, я случайно сломала. Без аппарата не запустить сердце. Сердце, точно. Ребята, помогите спасти котика, нам нужны ваши лайки. Пожалуйста, ставьте лайки, я очень люблю котика. Отлично, еще лайков, у вас получится. Вы почти его спасли. Спасибо. Ты в порядке? Ура, с ним все в порядке. Я опять чувствую себя хорошо. Еще нет, нужно убрать стрелу. Стоп, она не настоящая. Я думала, ты в опасности. Я хотел внимания, ты со мной перестала играть. Уделяйте вашему коту минимум 30 минут в день. Хорошо, я буду с тобой играть. Спасибо, доктор. Что со мной? Нет, только не это. Слишком ярко. Я что, стал вампиром? Спокойно, я справлюсь с этим. Я всего лишь вампир. Привет, ты будешь моим обедом. Все в порядке, я врач. Это просто костюм на Хэллоуин. Я испугалась, что меня съедят. Что у тебя за проблема? Я не могу похудеть. Сейчас разберемся. Я слышу какой-то шум. Я ничего не слышала. Кажется, я знаю, в чем проблема. Вы мне поможете? Конечно. А вот и наша проблема. Прости, это для твоего же блага. Похоже, что я поверил. Я ничего не могу с собой поделать. Я ем все подряд. Я тебе помогу. Повторяй за мной. Я буду есть только полезную еду. Я буду есть только полезную еду. Готово. Спасибо большое. До свидания. Я всего лишь делаю свою работу. Пока-пока. А вот и мои чаевые. Мне нужна кровь. У меня же есть кровь. Вы что, пьете кровь? Я? Нет, я смотрел срок годности. Как вообще вампир стал врачом? А это костюм на вечеринку. Что вас беспокоит? Моя собака постоянно кашляет. Все в порядке, это само пройдет. Не переживайте, я его вылечу. Окей, тогда я зайду позже. А то я боюсь больницы. Я вас позову, когда все закончу. Спасибо. Давай тебя вылечим. А это будет больно? Нет, ты будешь все время спать. Стоп. Я врач. Я лечу животных. Вот в чем проблема. Какие грязные.
Теперь уберем слизь. И вылечим их. Заработали! Я тебя вылечил. Кашель больше не вернется. Теперь я смогу нормально дышать. Спасибо. Получилось вылечить мою собаку? Конечно же, я профессионал. Я полностью здоров. Вы чудо. Это вам. И это тоже. Нашла на улице. Спасибо. Какое большое яйцо. Внутри кто-то есть. Вот бы его съесть. Посмотрим, кто внутри. Не могу понять, что это за животное. Помогите разобраться, напишите в комментариях, кто может быть внутри яйца. Напугал. Не знал, что вампиры боятся кроликов. Что у тебя за проблемы? Не могу бегать, лапка болит. Давай посмотрим. Только не говорите, что нужна операция. Нужна. Твоя лапка сломана, но через пару минут уже будешь бегать. Здорово. Это чтобы ты не подсматривал. А это чтобы не было больно. Хорошо. И добавим капельку волшебства. Это обычный перелом. Заменим все сломанное на целое. Еще долго? Еще пару минут. Нужно теперь соединить все как было. Все готово? Почти. Теперь согни пару раз лапку. И последний штрих. Готово. Я даже ничего не почувствовал. Спасибо. Я уже так много собрал. Но этого все равно мало. Здравствуйте. А вы лечите всех животных? Конечно, всех. Птиц, котов, грызунов. Всех лечу. Хорошо, потому что у меня вот такая проблема. Как? Что произошло? Я случайно съела корм для рыбок, и вот что получилось. Тебе нельзя его есть. Кормите собак только собачьим кормом. Я больше такого не допущу. Никогда, никогда. Я тоже буду внимательнее. Ничего страшного, я все исправлю. Уходите, вы будете мне мешать. Хорошо, я скоро вернусь. Обычные методы здесь не помогут. Я останусь такой навсегда? Нет, нужно мастерство и немного магии. А вы уже так делали? Нет, но тут ошибиться невозможно. Всю эту часть накроем. Ненужное уберем. И добавим то, чего не хватает. И финальный штрих. Доктор, вы сотворили чудо. Десятое за сегодня. Может, вы еще и зубы посмотрите? Ладно, давай посмотрим. Не волнуйся, все в порядке. У вас получилось. С моей собакой все в порядке. Если такое произойдет еще раз, я сделаю скидку. Спасибо, но я лучше буду следить, что ест моя собака. Помогите! Моей собаке оторвалась лапа! Оторвалась лапа? Не теряем ни секунды! Нам нужен наркоз, перчатки, инструменты, пластырь, дефибриллятор и чашка кофе. Покажи мне собачку. Вот она! Игрушечная собака! Да, родители не разрешают заводить настоящую. Я не лечу ни настоящих животных. Тогда Купер останется без лапы.
Ладно, вылечу я твою настоящую собаку, только не плачь. Правда? Это будет самое быстрое в мире выздоровление плюшевого пса. Готово! Спасибо. Вы лучший доктор на свете. Что происходит? Почему я чешусь? Это из моего кролика. Неправда, я ни при чем. Вам лучше уйти. Вдруг это заразно? Заразно? Я вернусь попозже. А может, это все само пройдет? Сейчас разберемся. Конкуренты. Только я могу пить кровь. Что? Вы пьете кровь? Шутка. Из-за них ты и чешешься. Это должно помочь. Так, ошейник, средство от паразитов и расческа. Ого, их так много. Они не заканчиваются. Нужно избавиться от них раз и навсегда. От всех за раз? Это невозможно. Есть идея. Это точно поможет. Эй, вы, паразиты, как насчет целого пакета крови? Я первый. Нет, я. А с этим не тоже. Ура, я свободна. Что-то вкус странный. Мне тоже не нравится. Что-то не то. Конечно, не то. Ты нас обманул! Все получилось? Да, врач просто супер! Они вас больше не побеспокоят! Спасибо огромное! Уже время обеда! Моя кошка рожает. Нужен врач. А где все? Эй, нам нужен врач. Корни, кажется, начинается. Погоди, я отвезу тебя в другую больницу. Срочно нужен врач. Моя кошка рожает. Где же врач? Здесь, не переживайте, вы приехали в лучшую клинику для животных. Кажется, начинается. Сейчас посмотрим, все ли в порядке с котятами. Ого! Их так много! В нашей семье много близнецов. Не волнуйся, главное – дышать. Окей. Я не тебе показываю, не мешай. Роды завершились успешно. Какие милашки! Это еще не все. What? Ого! Еще один? Это точно все? Нет. Маме и этому котенку нужен уход врача. Заберу их позже. Ау! Помогите! Мой котик заболел. Я нехорошо себя чувствую. Сейчас мы его быстро вылечим. Холодно. Измерим пульс. Мы играли, а потом ему стало плохо. У меня нет сил. Я посплю, и мы опять поиграем. Засыпай. No. Спасите его! Нужно восстановить сердечный ритм. Мой котик! Я так просто не сдамся. Это не помогает! Нужен адреналин. О, нет! Он закончился.
Скорее поставьте лайки, чтобы мы смогли спасти котика. Нам очень нужны ваши лайки. Помогите спасти котика. Скорее, у нас мало времени. Спасибо. Я готов играть. Ой, кружится голова. Чтобы поправиться, тебе нужны витамины. Хорошо. Это займет 20 минут. Мне все еще плохо. Я знаю, в чем проблема. Это лечится? Да. Иу! Что это? Это не мое. Это клещи. Они переносят болезни. Давай уберем этих паразитов. Вот так. Продолжай расчесывать. Теперь нет ни одного клеща. Чувствую себя намного лучше. Ура! Обработаем шерсть, чтобы они снова не появились. Хорошо. Делайте так раз в месяц, и твоего котика никто не будет кусать. Спасибо большое. Вы самый лучший доктор. Так я не заработаю на мечту. Вау! Сделай кофе и вылечи моего хомяка. Он издает странные звуки. Окей, бизнес-леди. Про какие странные звуки она говорит? Подрыв побыцк чати. Повтори, пожалуйста. Подрыв побыцк чати. Эй, куда он пропал? Давай посмотрим, что у тебя внутри. Это не похоже на еду. Подрыв побыцк чати. Придется от этого избавиться. Прости меня. Фух, наконец-то я могу говорить. Нельзя есть такие предметы. Плохой хомяк. Это не я плохой, а она. Она не кормит меня. Так, давай меняться. Фу, это мусор? Я вас засужу. Нужно следить, что ест твой питомец. Да, и вовремя кормить. Я? Я просто занята. И забыла покормить. Вот список, чем кормить хомячка. И почаще. Что? Ага. Если это повторится, я позвоню в полицию. А пока что с вас $1000. Прости, я больше так не буду. Помоги мне снять их. Что именно? Она про эти зеленые штуки. А, они не так мешают, как все остальное. Я пыталась снять одну, но она меня укусила. Ужас. Не страшно, я же пластиковая. Нельзя столько вешать на собаку, ей неудобно. Я ей говорил, но она не слышит. Сейчас мы все уберем. Ура, свобода! Можно только ошейник и поводок. Я поняла. Ты и врач, и стилист. Круто! Алло, слушаю. Ты сможешь ко мне приехать? У меня тут большая проблема. Выезжаю. Да, это тот адрес. Это Саммер. Заходи. Нет! Нельзя грызть провода, это опасно.
А что делать, если зубы выросли? Грызи дерево, оно поможет. Спасибо, Саммер. Но у меня нет денег. Тогда я возьму этот светильник. Светильник дороже, чем деревяшка, что я дала кролику. Ты хочешь кушать? Да, очень. Держи, тебе нужнее. Спасибо. Зачем ты меня щекочешь? Чтобы разбудить. Я же записана на 12:00. Точно. Что тебя беспокоит? То, что у всех есть парень, а у меня нет. О, это тебе к психологу. К тебе, пациент. Саммер, ты не хочешь погулять? Ах, да, не буду вам мешать. Что вас беспокоит? У меня нет парня. Может, вы его скоро встретите? Я не думаю. Повторяю, может, вы его скоро встретите? Вот так. Теперь улыбочку. И еще одну. Что происходит? Откуда они? Я думаю, вы скоро найдете свою вторую половину. Он же не зайдет сейчас в эту комнату. Вот мой кабинет. А это кабинет психолога. Поздоровайся. Добрый день, мадам. Разрешите пригласить вас на свидание? Я согласна. Если что, я буду у себя. Вы врач? Да, я. У Купера оторвалось ухо. Не тратим ни секунды. Будете мне помогать. Но я не умею. Приложите маску к носу. Хорошо. Не к своему, собаке. Пульса нет. Это не поможет. Разряд. Не помогло, нужно еще раз. Разряд. Я говорю, это не поможет. Может, прибор сломался. Работает. Нужно снять этот костюм. Это не настоящая собака? Я не успел сказать. Или не хотел. У меня аллергия на собак, а Купер для меня как настоящий, а он без уха. Ладно, я пришью его ухо. Но это будет недешево. Я согласен. Давай ухо. Ага, сейчас. Вы лучший доктор в мире. Я просто делаю свою работу. Пойдем отпразднуем. Что не сделаешь ради мечты. Наконец-то обед. Позвоню Кейли. Она всегда забывает за обед. Кейли, ты съела сэндвич, который я сделала? Съем, когда закончу делать чесалку для котика. Я поймаю. Хорошо, не отвлекаю. Котик, ты где? Ай, он меня поцарапал. Он же из-за тебя теперь в скотче. Снимите с меня эту штуку. Справедливо. Не крутись, или сделаю тебе укол. Не нужно укол. Это последний. Я думал, это навсегда. Прости, что не доглядела. Купи ему вкусняшку и помирись. Вкусняшки!
тот, кто крушит мой кабинет. Извините, это моя собака. Сидеть. Добрый день. Что тебя беспокоит? Я плохо. Она очень плохо ест, смотрите. Где же вкусняшка? Вот же она. Мне кажется, проблема совсем в другом. Пошли. Давай проверим твое зрение. Что ты здесь видишь? Это палка. Окей, а это что? Это мячик. Доктор, что это значит? Кажется, все хуже, чем я думала. А это что? Это кот. Иди сюда. Это навсегда? Зрение можно исправить. Я теперь все вижу. Спасибо большое. Помогите моему котику. Хорошо, успокойся. Где твой котик? Я не знаю. Он пропал. Кажется, можно выйти. Какая невкусная рыба. Привет. Готова к взбучке. Сначала догоните. Попалась. Что за шум? Прекратите. Бедняжка, такая миленькая. Хорошие песики. Ей нужна помощь. О, нет. А мне идет быть врачом. Предоставь это нам. Слабое дыхание. Не помогает. Отказывается от воды. В сторону. Что? Ребята, мне не хватает энергии. Срочно ставьте лайки, чтобы спасти кошку. Разряд. Еще разряд. Разряд. Что со мной? Я так просто не сдамся. Должно помочь. Вау! Вкуснятина. Спасибо. Ура! У нас получилось. Я все снял. Ты моя хорошая девочка.